Всем привет, дорогие друзья! Что делать с доксом прямо сейчас? И как задержание Павла Дурова повлияет на экосистему Тон в целом? Сегодня я вам расскажу. Также мы обсудим всю рыночную ситуацию. Разберем текущий цикл. Поговорим о дальнейших перспективах. И все-таки решим, что же делать прямо сейчас. Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо Павла Дурова. Насколько вы знаете, Павел Дуров был задержан во Франции. И на данном этапе он находится под арестом. Хомякам пытаются внушить, что Павлу Дурову грозит до 20 лет заключения. И хомяки охотно в это верят на самом деле. Как бы смешно это ни звучало, все разрешится, и в этом я уверен. А если вдруг что-то пойдет не так, то Павел Дуров будет жить в тюрьме лучше, чем 90% смотрящих данное видео. Причем на свободе, поверьте мне. Данные новости — это просто манипуляция. Экосистему Тон пытаются загнобить. И Павел Дуров это тоже прекрасно понимает. Учитывайте, что у Павла Дурова есть команда, которая даст жизнь проектам. Поэтому ничего страшного в этом всем нет. Блокчейн Тона как работал, так будет работать и дальше. Ничего не изменится. ФАТ повлияет только на идиотов, которые в это все поверят. Криптовалюту у хомяков заберут. И затем цена снова начнет расти. Заметьте, что подобные новости выходят прямо сейчас. На консолидации биткоина. Сантимент у нас обнулился. Метрики я опубликовал в телеграм-канале. Новая кровь не приходит, фундаментальные монеты прямо сейчас. Толпа не понимает, что покупать. Толпа обращает внимание только на тапалки. А это значит, что основного сезона еще не было. Если посмотреть на циклы биткоина, то все прекрасно понятно становится. Кульминации еще не было. АТХ мы переписали, но незначительно. Дорогие друзья, находимся мы в середине цикла прямо сейчас. Ключевые средние скользящие еще не указали на окончание цикла. А это очень важный момент. Лично я жду рост. Я жду альткоин сезон, которого у нас еще не было. На данном этапе я накапливаю. Пока толпа бездействует. Внимание халявщиков монетизируют. В это время я и моя команда работаем. Мы откупаем фундаментальные проекты прямо сейчас. Докс – это высокий риск. Но несмотря на это, я покупаю данный проект тоже. Я верю в Докс. Маркетмейкер цену держит. Я жду памп касаемо данного проекта. И собираюсь проспекулировать. Те токены, которые сливаются прямо сейчас, откупаются манипуляторами. По RSI мы на днище находимся. Хотя объемы у нас внушительные. На данном этапе я рекомендую не бояться. На данном этапе я рекомендую не читать новости. А просто забирать донные отметки. Крипторынок еще имеет потенциал. Учитывайте данный фактор. Те монеты, которые я покупаю, я уже опубликовал в закрытом клубе. Кому интересно набрать вместе со мной, присоединяйтесь. Проходите 5 закрытых курсов. Получайте все рабочие инструменты. И набирайте по спискам. На предстоящем альткоин сезоне все окупится. В разы. На данном этапе фаза подготовки. Альткоины себя еще не проявили вообще. Пока мы не придем в данную зону, говорить о завершении цикла рано. Фундаментальные показатели стоит учитывать. Делайте правильные выводы. Если хотите пройти этот цикл вместе со мной, то присоединяйтесь, пока набор еще открыт. Касаемо рынка, мое мнение не изменилось. Сейчас я откупаю. Акцент делаю на альткоинах. Отскоки будут. И снять сливки можно будет. Заработают не все. Толпа, как всегда, придет на хаях. И мы с вами просто будем впитывать ликвидность идиотов, которые будут залетать в последний вагон. Не окажитесь в числе стада. Идите против толпы. Откупайте вместе с китами прямо сейчас. И в конце данного цикла вы снимете все сливки. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если подписаны, ставьте лайк. Если поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья.